нападающий «Зенита», игрок «Зенита», вообще звезда. Сегодня вы, по-моему, сыграли так, как в лучшие свои годы, нет, эти минуты? Ну, мне понравилось, да, сегодня было пару забегов, правда, было трудно после них возвращаться, но все равно бежалось сегодня. То есть хватило и физики на то, чтобы вот такой темп поддерживать, да? Ну, на те 30 минут, да. Как вам вообще кажется, «Зенит» сыграл поначалу скромновато, даже от обороны, что-то надо было менять, и вообще вы готовились выйти на замену во втором тайме? Честно, я вообще не готовился сегодня быть на матче. Спасибо, что меня взял тренер, ну вот, хотя бы на скамейку. Ну вот, мы играли очень плохо в первый тайм. У нас были большие проблемы с выходом из обороны. После того, как стало не получаться, мы начали придумывать, стало еще хуже. И честно, нам очень повезло, что мы сумели сравнять счет. Во втором тайме, мне кажется, Порту подустало, и мы стали лучше атаковать, потому что появились разрывы. И из-за этого использовали пространство, но... Не повезло, Халк не забил пенальти. Если бы он забил, я думаю, игра бы закончилась, может быть, даже и крупной. А как вы думаете, мог кто-то другой в этот момент пенальти исполнить? Или Халк до такой степени уже себе забрал это право? Трудно сказать, мог кто-то другой. Он все забрал, все штрафные, все пенальти, угловые. Но трудно с ним бороться. Но видите, он не реализовывает два подряд. Может быть, что-то изменим. Андрей, скажите, насколько вы сейчас себя чувствуете действительно вот в тонусе? Вы так сказали простыми словами, спасибо, тренер меня позвал, но все-таки вы игрок основного состава. Ну, я игрок «Зенита», но вот просто у меня очень болела нога и давно, но вот, и я, в принципе, все делал, чтобы она не болела, но, к сожалению, навряд ли, ну, скорее всего, мне не нужно было играть с Амкаром, потому что после Амкара игра еще больше заболела, но вот, и, в принципе, вчера стоял вопрос, нужно ли мне ехать на игру, но вот. Ну, вы довольны? Конечно, да, но кроме результата...